Цель экспедиции — Ахмет Байтурсыновтың жүрген ізімен посещение исторических мест Семии, где когда-то жил Ахмет Байтурсынов. Сбор точных сведений об этом. На семинаре, прошедшем в педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова, гости посетили учебное заведение и ознакомились с новыми данными об Ахмете Байтурсынове. Стоит отметить, что будет снят 25-минутный документальный фильм об экспедиции, а также издана книга. Политическая деятельность Ахмета Байтурсынова имеет прямое отношение к этому региону. В дальнейшем большое воспитательное значение имеет развитие идей Алаш, в том числе воспитание молодежи в духе этой идеи. Работы были сделаны здесь. К примеру, в нашей семинарии много молодых семинаристов, которые обучались в нашем учебном заведении, были в рядах Алаша, где было очень много молодых людей, которые вместе работали над идеей будущего. Один из прибывших в составе экспедиции – краевед и ахметовед Ибрагим Ахтай. Он давно занимается сбором исследований, связанных с Ахметом Байтурсыновым. «Я с детства мечтал собрать полную информацию об учителе нации», — говорит Ибрагим Ахтай. «Одна из моих особенностей в этой поездке – это то, что я родом из села Ахмета Байтурсынова. Мы происходим из одного РУ. Семи первый в Казахстане центр политической и социальной жизни казахов. Поэтому неспроста Алаш был основан в этом городе. И сейчас мы знаем семей как родину не только Абая, но и столицей движения Алаш». В ходе мероприятия представители интеллигенции нашего города поделились своими мыслями об Ахмете Байтурсынове. «Весь тюркский мир признал Ахмета Байтурсынова. Основным объектом работы Ахмета Байтурсынова была проблема языка во всем тюркском мире. Поэтому, например, я говорю, педколледж – это учебное заведение, в котором собрались самые большие интеллектуалы того времени. Не исключено, что сюда мог приходить и Ахмет, но у нас нет документа, который бы доказывал это. Иначе, если подумать логически, то они все общались в то время, и Ахмета все уважали». По словам организаторов, во время экспедиции были охвачены все места, где учился, служил и трудился Ахмет Байтурсынов. Экспедиция началась с Каркаралинского региона. В дальнейшем планируется продолжить поездки в Россию, а также Китай, Азербайджан и Узбекистан. Стоит отметить, что экспедиция завершится в июле. Бакытгүл Казиев, Аслан Ертісбаев, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».